В Польше у села Занёвка обнаружили интересную находку. Клад был спрятан в глиняном кувшине. Археологи обнаружили монеты. Утверждают, что монеты намеренно спрятали в кувшине, а затем в почве. В тайнике было 1000 крон и литовских шелягов 17 века. Общий вес клада составляет 3 килограмма. В кувшине было несколько слоев монет, которые со временем спрессовались. 115 из них разбросало в результате сельскохозяйственной деятельности. 62 монеты сильно окислились. Пока остается загадкой, кто спрятал клад. Исследователи утверждают, что это может быть свидетельством беспорядков, связанных с периодами конфликтов на этой территории